понял, друг, есть. Джентльмены, с погрузкой не затягивайте, он у нас срочный. Thank you.
это просто визуально, короче, по факту нет.
сейчас. Так он нас уже загнал. Есть предположение, что супермощный движок? Соник, дружище, ну я ж говорил тебе, левая полоса, потом правая. Несколько раз ведь предупреждал. Не туда уехал, друг, не туда. Джентльмены, наши две левые. Пиздец. Соник, дружище, с удовольствием бы тебя встали, подождали, но, блин, время. Так вот осмотрелся до загонщика на катаками. Ты уже пробил белый камень? Там уже 110 у меня. Поедь вместе с Соником. Соник немножко откатился, не туда уехал. Как тебе город? Он преображается не по дням, а по часам. У нас же скоро
300 едете? Как бы не через сам город, не вечно в Ух, найди время, погуляю нас по набережной, мне как тебе понравится. Наши левые две штуки. А так дорожка не чувствовали. Раньше я помню, из Ёбурга возвращаешься, такой думаешь, бля, сейчас Пермский край, бля, без дороги, блин, а сейчас наоборот, из Перми выезжает, чёрт, твою мать, Ёбург. Да, да, вообще, помню, пробочек поменьше стало, раньше это вообще капец. Игорюна! Я на поезд стою. Окей. Удивительная физика, или как там, занимательная или физика. Блин, такой прикольный фидбук. Аналогичная ситуация, наша деревья. Так, это не повторяйте, я просто залип в чатике в телефоне аккуратно. Это не страшно, на самом деле
маршрут протекает быстрее гораздо, чем ты думаешь. Зачем? Я раньше говорил левое и направо. Потом повторил левое и направо.
как ставить? Я думал, тут просто поворот налево, один через кольцо.
полюсный. На миллион стали, да? На, то заработали, то ли то и отдали, блять. Очень гараж можно, да? До 5 метров каждый гараж.